Всем привет, меня зовут Костя Павлов. А меня Кирилл Мехков. Ура, наконец-то Кирилл приехал в Москву, чтобы посетить нас и открыть некоторые посылочки. Да, я давно на самом деле хотел, потому что я смотрю твою вот эту передачку и давно хотел посмотреть. Ставим лайки за Кирилла, те, кто знает его, естественно. А те, кто пришел только на канал и не знает, это наш самый лучший оператор после Евсея. Потому что Евсей сейчас снимает и улыбается. Сегодня у нас, смотрите, вот такая вот кучмень, просто подарок. И это от, все от одного отправителя, я специально проверил. Также будет дешевый Али. А начнем мы вот с этого. Так вот, чтобы вы не сомневались, это действительно пришло. Мне вот здесь написано вот даже вот Костя Павлов, я зачеркнул всякие важные данные от Coca-Cola. Это пришло мне под Новый год в декабре. Вот, я даже специально еще не открывал. И мне прям вот не терпелось это сделать, но я вытерпел. Вот, по-твоему, что там? Это что-то вязаное. Возможно, это будет футболка. Футболка чеканская. Здрасте, блин. Ну, не знаю, по моим предположениям, либо это кофтюля, либо это шарфик. Открывай. Такая честь, мне я так волнуюсь. И начинаем. А, это шарф. От руки написано. То есть это реально лично мне писали. Дорогой Константин, Новый год, время тепла, радости, улыбок и веры в чудеса. Пусть 2017 год принесет вам много приятных моментов. Ты. Праздник к нам приходит, команда Coca-Cola. Ну слушайте, ну это реально приятно. Я все время, я помню, один раз родители на Новый год не купили Кока-Колы. Мне было просто грустно. Не купили Кока-Кола. Не склоняется. О, да ладно! Вау, это я сейчас засек. Она прям вообще именная. Это, кстати, мой инстаграм, можете переходить, костязззз. Извините, реально он у меня целый месяц лежал и ждал вскрытия. Несмотря на то, что Кирилл у меня в гостях, я не изменю традициям и проведу дешевый Али стоя. Кирилл. Я здесь. Че ты там делал? Вскрытие провожу твоих... Иди в задницу. Ну, в смысле? Я не про то. Так, ну, раз ты смотришь, значит, ты примерно знаешь, что это такое. Ты заказываешь какие-то интересные вещички, они тебе приходят, и ты смотришь, стоит ли оно того. Да? Интересно, что в этот раз. Мне, например, очень интересно. И попадет ли оно в топ заказанных товаров в Совет? Ну, твой личный. Пока что мой топ – это вот последнее вскрытие. Очки ночного видения. Такая обоссалка была. Мы так смеялись вообще от этих очков. Посмотрите выпуск обязательно прошлый. Вот, очень крутой. Да, я вспомнил, что вот так вот это все выглядит дело. Вот, Кирилл, у тебя есть ремень? А-а-а! Ты понял, да? Это удобная штука, потому что я всю жизнь всякими иголками, гвоздями делал дырки. А здесь тебе более того скажу, что еще разных размеров все это дело. То есть можно большую дырку сделать. О! Проделай мне дырочку, красавчик. Так, смотри, выбирай какую-нибудь дырку. А, тут по размеру можешь? Да, я тоже удивился. У меня вот такая дырка. В смысле? И чё? Не дорубайся так, что ли? А может тут блок какой-то стоит? Она щелкнула сейчас только. А знаешь, что сделать? Стой. Вот, давай с оригинальными. Типа сравним или что? Да, сравним. Может, они действительно на производстве такими штуками делают. Итак, вот оригинальная, а вот не оригинальная. Вообще. Найдите 10 отличий. Вообще ни одного. Вот она, дырочка. А вот они. Стоп, офигеть. Крутая штучка. Это реально, это прям ideal. Прям вот... Стоящая вещь, кстати. Стоящая. Кстати, давайте посмотрим, сколько все это дело стоит. Кирилл, твое предположение, сколько стоит? Мне кажется, что не больше сотки, но максимум рублей 150 где-то. Вот уже прям такой. Ну, это я вот думаю, что такая штука может лежать там в магазине все по 50, там все по 100, где-то ну, так. Вот, я тебе, значит, немножечко удивлю. 500 рублей? 500 рублей, ну это, мне кажется, нормальная цена, нет? А пришло вот именно то, что заказывали, да. Название вообще просто. Это, по-моему, самое шедевральное название из всех, что у меня были. Оптовые подвески, хэви-дьюти, оборотные кожи, карты, пояс, вахты, дырокол, рук, клещи, инструмент, удар, ушко. Ко. Ушко, да, плоскогубцы 6 размера. Что это вообще такое? Ну и
и последнее на сегодня вскрытие, это сразу три вот такие вот посылки. Дело в том, что это от одного отправителя, поэтому я решил объединить, ну, что разделять. Потом это все очень, судя, да, потому как тяжеленькое. Нормально. Давай вот это легенько сначала. И это у Рубен. Чё-то я, подожди, я пока не очень понимаю. Давай. Что это? Чехол для скрипки, там внутри скрипка Сальвадора Дали. Скрипка, блин. Сальвадора. А это знаешь что? Это уровень лазерный. Так, давайте. Ермак назвать это, блин. Лазерный уровень. Ермак. Ба-ба-ба-бам. Тут еще штатив. А чёчки, это что вообще такое? Охренеть, это прям реальный штатив. Они сюда еще и батареечки положили. То есть мне батарейки не надо искать. Я Рэй 2000-х. Я впервые это вижу в глаза. Я даже не знал о существовании подобного. Ну, сейчас что-то будет невероятное, наверное. О! Я пока... О! Ни хрена себе! Смотрите! Пел. Наведи. Ой! на стену давай. Охренеть! Ё-моё! О! Я еще не знаю, мне ничего нету. Вот! Вот, я тебя измерил. Отойди. Да, вот это ты немножечко в шоке, если честно. Никогда такого не видел. Я в таком восторге, честно говоря, давненько не был. Тут будет еще. Это, короче, набор инструментов. Но я примерно представляю, что внутри, поэтому... А я нет. Воу! Куда мне использовать такое количество инструментов, ё-моё? Ты что с этим делаешь? Я вот не знаю такого количества. О, здесь такой сегодня меленький прям есть. Кто любит строить, ставьте лайк. В общем, мы с Кириллом не выдержали, посмотрели, от кого все это пришло. Пришло это от Galamart, galamart.ru, и мы начали тут все просматривать, и это реально очень крутой сайт, это реально очень крутые, получается, магазины. Мне особенно, знаете, какая здесь акция очень понравилась? Ну, тут всякие термосы и кружки по акции. Там для пельмени что-то. Для пельмени что-то. Ночные, так, спортивные что-то. Все для бани. Да. Мне вот эта акция понравилась. 9.19.29. Называется эта акция. Суть, я думаю, уже понятна. Тут все по 9 рублей, по 19, по 29 и по 39, насколько вот я вижу. Угу. Совок с щеткой за 39 рублей. Клейкая лента 9 рублей. Я сейчас вообще нигде не видел в магазине. Ценник 9 рублей. Скотч за 9 рублей. Да. Раньше он стоил 13. Типа это дорого. Ёжик для туалета 29. 29 рублей? Да идите вы, серьезно, я не верю. Так, пакеты. Так, вешалка. Влажные салфетки за 29 рублей. Ну плохо. Вешалка 9 рублей. Батарейки 19 рублей. Вот серьезно, что ли, а? Миска пластик. Ну ладно, хотя бы пластиковый. 29 рублей. Просто капец какой-то. Я хочу, знаешь, что найти? Ермак. Я хочу хоть что-нибудь найти, то, что нам прислали конкретно, чтобы не понимать. Вот, кстати, там были простые удлинители. Они там заходили в один гипермаркет, и там они стоили к косарю. Там где-то сколько? Здесь у меня там 400 рублей. О, диск. Ермак, слушать будем. Я буду, мне кажется, игра. 19 рублей. Диск профи отрезной. Ермак называется игра, короче. У нас еще один неоткрытый посылка. Во! Это же он? Да. Вот он. Уровень лазерный Ермак самовыравнивающийся. 3700 рублей. Все, мы нашли то, что у нас есть, это действительно здесь продается. Я, честно, немного шокирован, серьезно, от этих цен, немного шокирован от этого сайта. Короче, открываем последний на сегодня. Я прям в предвкушении, хочу прям уже знать, что там. Опять Ермак. Ну я уже рад, серьезно, у меня теперь дома хоть инструменты будут. А, это дрель! Дрель-шуруп-шуруповерт. Я такой счастливый, капец. Настоящий мужик, инструмент. Настоящий, да, у меня теперь все есть для того, чтобы наконец достроить эту квартиру. Вы готовы? Я готов. Ой, чуть тебе ногу не сломал. LED-подсветка, между прочим. А что такое LED-подсветка? А, я ее уже вижу. Да. О, вот она. Эти фонари больше не нужны, можно ставить дрель. Это все заряжено, короче говоря. Там были батареи. И запасная батарея. Я просто в каком-то шоке нахожусь. Серьезно, как это? Это невозможно. Такого не бывает в жизни.
тут есть реверс. Если по обратную сторону ходит. Нам надо что-то сверлить. Пацаны, чё бы засверлить? Чё бы? Просверли коробку. Смотрите, она прикольная, она подсветка у нее. Чпоньк. Господи. А что если мы батарейку просверлим? Она взорвется еще нахуй. Ну давай. Держи тогда. Дюрасел, Рома, это 10 раз больше. Ставьте огромнейшие пальцы вверх, если вам тоже понравился выпуск и то, что мне прислали. Спасибо большое Ермаку, спасибо большое Галамарту. Это просто... Это то, что мне не хватало в жизни и в моей квартире. Прям я счастлив этой возможности. У меня теперь есть шарфик, у меня теперь есть дырки колоть. Ко мне человек придет и скажет, ну что с ремнем не то. Я скажу, ой, пожалуйста. Такой, дай мне гвоздик, и у меня есть лучшее. Слушай, а может у тебя еще есть лазерный уровень? Не поверишь, но он тоже есть. Есть, да. Может у тебя есть запасная батарейка для дрели. Штатив. Кстати, а мы же даже штатив никак не используем. Ладно, и не надо. Мы не криворукие, в отличие от некоторых. Все, с вами был Костя Павлов, который ждет от вас большого количества палец вверх. И буквально через пару дней выйдет выпуск дешевой Али, где я открою очень крутую штуку. Очень, прям очень-очень. А еще был я, Кирилл Мягков. Кирилл Мягков, за которого мы тоже ставим большой палец вверх. Да, большой палец вверх. Я был рад присутствовать, соскучился по вам всем. Мне спасибо, что позвал, точнее, я сам напросился. Всем пока. Всем пока.